Всем привет, это гороскоп, я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Возможен ремонт квартиры, денежные расходы возрастут. Телец. Этот день будет настолько спокойным и безмятежным, что вам будет казаться, что время потрачено впустую. Близнецы. С самого утра представителей вашего знака ждут приятные новости. Рак. В целом будет немного нервозный по сравнению с остальными день. Лев. Вы счастливо избежите провала в делах благодаря вашему благоразумию. Дева. Вас будет обуревать желание неукротимо двигаться к цели. Весы. В этот день вы будете на редкость мягким и очень тактичным. Скорпион. В этот день вы точно не пожелаете заниматься мелкими домашними делами. Стрелец. Вас будут посещать оригинальные идеи, которые заслуженно преподнесут вам на блюдечке популярность. Козерог. Ваша жизнь в этот день не будет похожа на действительность, но в конце концов вам придется поверить в реальность происходящего. Водолей. Велика вероятность конфликтов из-за вашего нежелания контролировать свои слова. Рыбы. Особое внимание представителям вашего знака следует уделить семейным и родственным отношениям. Это был гороскоп, и я Главицкая. До встречи!